Привет. Что-то мне опять захотелось рассказать о геймпаде Logitech. Вот что у меня остается от них. Видите? Это последние только. Две или сколько там, три штуки. Играю я давно. И у меня их перебывало, ну, наверное, штук 6 или 7. Ломается через полгода. Сначала общие сведения. Но, во-первых, в чем преимущество этого геймпада? Ну, потому что он сочетается с Xbox, а многие игры играют только на Xbox, не дают переставлять, поэтому вот эта задняя кнопочка позволяет делать их Xbox. Это первое преимущество. Потом цена. Она одна из дешевых, но не совсем уж копеечных, которые не сочетаются с играми. Сейчас. А те, которые нормальные, вот еще, да, вот это вот. Вот они, да. Вот они. Так, а это еще какой? Ну да, это он. Вот. То есть все сочетается, все работает и прослужит. Некоторые мне писали мне, у меня много роликов, я много играл. Я играю лучше всех на Need for Speed 2010 года. Некоторых читеров мочил. Соответственно, вы понимаете, как я играю. Жутко. Поэтому они, может, так летят. Вот. Я делал ролики на GP20 мотоциклы. Играю вообще лучше всех. В мире мало кто так играет, сталкивается с мотоциклами. Но так как YouTube не хочет, коммерческая программа, как платить, я не знаю. Я попытался раз им заплатить. Так, как он называется, Google. Просто сейчас в последнее время пишут ГУЛАГ, я Google. С одной буквы начинается совпадение. Google пишет, вот только могу попугая прорекламировать, а все остальное нельзя, даже за деньги. То есть я не проплаченный, поэтому как бы и даже не знаю, куда платить. Хотя была мысль такая, таких людей, которые мне продвинут, подковерно у меня нет, так что извиняйте. Вот. Поэтому в связи с этим мои ролики на GP20, мотоциклы такие, знаете, конечно, никуда не идут. Можете посмотреть, там такой трындец, мало кому это доступно. То есть вы понимаете, как я играл на этом джойстике. А играл еще специфично. Руль у меня здесь стоит. Почему? Потому что, ну, на этом стике вы не повернете. Никогда никто не сыграет лучше кнопочного. Это тоже долго объяснять, у меня тоже есть ролики. Поэтому вот эти вот резинки, которые здесь стоят, в хлам разлетаются. Вот они. Здесь круги такие стоят. Вот это вот. Они разлетаются. Казалось бы, ну ладно, стики могут быть. Но тут я еще столкнулся с такой вещью. Особенно последние ролики. За последние года полтора я покупал ролики. Они стали сыпаться быстрее, потому что прекращает работу вообще по непонятной причине. Сначала я долго искал, вот даже оставил последние. Думал из них одних соорудить. Но не выходит. Видимо, что-то ломается у них на плате. А это, извините, во-первых, чинить бесполезно. Сейчас ремонт платы обходится очень дорого. Это должен быть специальный радиоэлектронщик. Это очень дорого. То есть одно дело, вы понимаете, починить, например, тот же монитор, там стоимостью 30 тысяч, допустим, за порядка 3000 рублей, это одно. А починить этот джойстик, выискивая вот эти деталюшки мелкие, это глупо. То есть у меня стали сыпаться здесь. Непонятно какие, но это точно уже не резинки, не отход провода, ничего. Это плата. То есть плата тупо отказывается работать, ничего с этим не поделаешь. И вот я долго размышлял, но подумал, перепаивал вот здесь, здесь или здесь. Думал, может провод, может что, но я убежден, что это. Поэтому вот смотрите, допустим, вы мало играете, у вас вот эти резинки не сыпятся. Вот эти резинки, которые у меня сыпятся, они, а вот видите, они отклеиваются, потому что я здесь переделывал их, потому что они здесь через какое-то время все вывалятся. И приклеить это невозможно. Я не нашел пока такого клея, чтобы это клеил. Клеит пленкой. Дерьмо приклеишь, эта пленка отслаивается везде. Типа моментов там, силы и прочие, все прочие лабуды. А клей с жесткими клеями. Суперклей тоже отстой. Ну, то есть,
сварка это, клеевая сварка, там рассказывают, ерунда все это. Вот, то есть я не нашел. На ролике-то может что угодно рассказать. Показал и все. Так и я могу показать. О, круто, смотрите. На самом деле я здесь сшивал веревками, больше никак нельзя. Ну вот сейчас плюнул, да, сейчас играю пока, если есть возможность. Ну так как я бросил даже играть. Вот этот попробую, что будет. Может надежно, я не знаю, правда, как там конфигурация. А по поводу качества этих джойстиков могу сказать так. В принципе, в среднем качество нормальное. Logitech вообще половину своих приборов делает хорошо. Года, если не считать джойстиков, остальные приборы года 2-3 работают отлично, потом ломаются. Конечно, это не сравнить, например, с мониторами NEC, которые могут работать по 20 лет. Сейчас я не знаю, как так, как вы понимаете, 20 лет. У меня есть один монитор, по-прежнему работает, ему хоть бы что. Или, например, Samsung. Он если делает пылесосы, они, допустим, там разваливаются, моторы, но сосет зато так, что мама не горюй. Вот на Samsung у меня как-то недавно блок питания внутренний полетел. Так это тоже можно как-то заменить, тем более с учетом стоимости. Ну, в общем, Samsung мне нравится. А Logitech так, купить нечего. Нормальную игровую мышь я бы никогда не покупал другую. Купил там какую-то, я не помню, за бешеные бабки. Так у нее аккумулятор сел буквально через год. Все, навернулся аккумулятор. Вы представляете, я сейчас аккумулятор не купить даже на телефон. Одно дерьмо. И дело тут не в том, что она китайская, она просто, ну просто дерьмо. Причем здесь Китай, потому что Китай может делать и классные вещи, если он официальный Китай и производитель. Я знаю хороших китайских фирм, и у меня были такие, до сих пор есть, до сих пор работают, и которые вот, не помню, как он называется. Ну, в общем, короче, есть хорошие китайцы, но так что я не знаю даже из мышей. Получается так, что вот первая мышь Logitech до сих пор работает. Смотрите, все работает, аккумулятор. Представляете, сколько ей лет? Ей, наверное, лет 20. Это первая лазерная мышь, которая в совке продавалась. И я ее купил. Вот. А купил вот MX Master. Вот здесь развалилось. Вот здесь вот дерьмо какое-то они сделали. Не потрескалось и автоматически давит. И мышь не работает вообще. Кажется, что она вся сломалась. Просто вот эта кнопка сделана плохо. Я отодвинул, залил, и вот она сейчас работает. Так что решайте сами. Конечно, замены, мне кажется, этому нет. По крайней мере, порвется, сломается, купите. А кто редко играет, наверное, вот некоторые пишут, да, у меня 5 лет этот джойстик работает. Ну, конечно, если на него смотреть. А если хорошо играть, кстати, и стиками. Я говорю, стики я не знаю, ломаются или нет. Потому что я на них вообще не играю. Вообще, в этом джойстике это бесполезное изобретение, стики. Если как кнопкам пользоваться, понятно. Но как рулем, вы же понимаете, отстой. Никто никогда с рулем не сыграет на стиках, так как играю я на кнопках. Я это точно знаю. Поэтому на стиках никогда не играл. Никогда у меня не получалось хорошего результата на стиках. Это же дураку понятно. Ну, руль в машине стоит бешеные деньги. Руль также здесь вы не можете заменить руль, тот, который стоит на настоящей машине, каким-то дешевым детским рулем. Поворот колеса есть поворот на дороге. Никак не поделаешь. Были у меня и дешевые рули, нет. Я не знаю, я не покупал там за штуку баксов рулей. Может, они работают. Ну, какой в этом смысл, да? Поэтому, чтобы хорошо попадать в повороты, я на стиках не играл. Но, опять же говорю, даже если стики у вас будут продолжать работать, у него плата навернется все равно. Да, так, кстати, потому что так как платы начинают лететь, даже можете не играть. То есть, если раньше у меня летели из резинок, вы можете сейчас не играть в игру, плата все равно навернется. Непонятно по каким причинам. Вот у меня был джойстик, я только его купил, вот какой-то из этих, и он сразу навернулся. Навернулась плата. Я из него переставлял в старый, не помню что. А, вот эти резинки переставлял. Ну, а потом убедился, вот эти последние, у них все платы навернуты. Раз, два, еще есть там, вот три. То есть я начинаю думать, что в последнее время эти джойстики идут с проблемами плат. А это уже другое дело, это уже не механические части. Вот. Ну, это таково мое мнение, я играю в игры круто и много. Сейчас уже перестал, а играл у меня на канале море там игр. Я играл лет 10 очень плотно, поэтому кто начнет всякую ерунду говорить, то либо посмотрите, как я играю, либо можете идти, как там,
идти туда, куда идут те, которые дают советы. Вот. Рассказал я это для того, чтобы вы оценивали, что такое вот этот джойстик. Ну и может быть, хотя что там говорить, я и сам лучше всех знаю. Смотрите, надо вам это или нет. Всем пока.